Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Сегодня у нас с вами гороскоп на 30 сентября 2020 года. День недели будет среда. По традиции мы начинаем с лунного календаря на 30 сентября 2020 года. Итак, сегодня 13 и 14 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. Новых дел сегодня лучше не начинать. Нежелательно также пользоваться чужими вещами или брать в долг, знаете, так болезням и неприятностям. Хороший момент для начала профилактического лечения или плановой операции. А также восстановление здоровья потребует меньше у вас времени. По народной примете, та женщина, которая в этот день как следует поплачет, весь год не будет знать бед и проблем. Незамужние девушки имеют шанс на удачное знакомство с достойным спутником жизни. Именинники сегодня, 30 сентября, Вера, Надежда, Любовь, София, Иван, Илья, Павел и Александра. Далее, друзья, у нас с вами общий гороскоп на 30 сентября 2020 года. Первая половина дня проходит относительно спокойно. В это время вы можете довести до конца дела, которые начали раньше, а можно взяться за что-то совершенно новое. Главное не спешить. Хорошо продуманные шаги позволяют быстрее достичь цели, чем хаотичные действия, на которые толкают вас эмоции. Во второй половине дня особенно важно реально смотреть на вещи и не строить иллюзий. Любители мечтать и фантазировать рискуют попасть в неприятную ситуацию, как и те, кто просто примет желаемое за действительное. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для каждого знака зодиака. И мы начинаем по традиции со знака зодиака Овен. Итак, уважаемые наши Овны, пожалуйста, сегодня будьте осторожны. Достичь успехов сегодня может быть труднее, чем вы ожидали. Не исключено, что на пути появятся преграды, которые сразу не удастся преодолеть. Здесь одинаково важными будут и настойчивость, и находчивость. Некоторым овнам придется пойти на хитрость, хотя вряд ли им это будет по душе. Также сегодня возможны и неудачные совпадения. Они не заставят вас отказаться от задуманного, но принесут вам проблемы, решение которых отнимет немало времени. Помните, чем меньше вы рискуете, тем больше у вас шансов добиться желаемого. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые тельцы, пожалуйста, сегодня не откладывайте дела. Утро обещает быть благоприятным во многих отношениях. Именно в это время стоит действовать решительно, не тратя время на пустые разговоры. Также сегодня не исключены деловые предложения, от которых вы не захотите отказываться. Но прежде чем связывать себя какими-то обязательствами, соберите максимум информации. Может оказаться, что проект, о котором идет речь, куда сложнее, чем вы думали. Вторая половина дня будет довольно утомительной. Вы устаете гораздо быстрее, чем обычно, и не исключено, что напомнят о себе какие-то хронические заболевания. Поэтому лучше принять сегодня профилактические меры. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые близнецы, преобладает сегодня влияние позитивных тенденций. Вы сможете добиться очень многого, и торопиться для этого вам не обязательно. Будет сегодня достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый шаг и принять взвешенные решения. Не исключены и сегодня удачные сделки и выгодные покупки. Там, где дело касается денег, интуиция вас не подводит. В личных отношениях едва ли возникнут серьезные проблемы. А вот перемены к лучшему могут произойти, если вы проявите инициативу. Не бойтесь сделать шаг навстречу человеку, который вам симпатичен, и признаться в своих чувствах. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, вас ждет сегодня удачный день. Он позволяет добиться успеха во многих делах и решить вопросы, над которыми в последнее время много размышляли не только вы, но и ваши близкие. Часто именно нестандартные оригинальные решения позволяют добиться наилучших результатов. Вы хорошо ладите с людьми, легко завоевываете их симпатию. Это поможет помочь вам в делах.
На вашу сторону встанут влиятельные особы. Сегодня будет шанс наладить отношения с теми, с кем вы в последнее время часто ссорились. Сейчас вы способны по-иному взглянуть на многие события и готовы признать, что в чем-то были вы неправы. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемый Лев, сегодня вы очень чувствительны к любым замечаниям и легко поддаетесь на провокации. Поэтому будьте, пожалуйста, разборчивы в общении и старайтесь держаться подальше от тех, кто выводит вас из равновесия. Контакты с такими людьми сейчас особенно вредны для вас. Зато после встреч с теми, кто вас поддерживает и вдохновляет, вы почувствуете прилив сил и энергии и охотно возьметесь за что-то новое. Также сегодня можно заключать сделки, их результат вас не разочарует. Полезно сегодня покупать то, что необходимо для работы, учебы, творчества, а также вкладывать деньги в собственное образование и повышение квалификации. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, сегодня, пожалуйста, не спешите. Этот день требует взвешенных решений и обдуманных поступков. Сейчас очень легко выдать желаемое за действительное и сделать то, о чем позже вам придется пожалеть. Не исключены и разногласия с людьми, на которых вы прежде могли полагаться во всем. Вам придется пойти на уступки, уважаемая Дева, чтобы сохранить мир и взаимное уважение. Поэтому сегодня нежелательно принимать важные решения, которые будут касаться финансов. Вкладывать деньги в бизнес-проекты можно лишь в том случае, если вы абсолютно уверены в их надежности. Покупки вряд ли будут сегодня для вас удачными. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Весы. Итак, уважаемые наши Весы, вам сегодня нужна осторожность. Этот день может преподнести вам неприятные сюрпризы. Особенно сложным он будет для тех, кто привык быстро добиваться успеха. Сейчас нужно запастись терпением, потому что для осуществления любых планов вам потребуется больше времени, чем вы можете предположить. Поэтому не торопитесь связывать себя какими-то серьезными обязательствами, особенно финансовыми. Так вы сможете избежать потерь. Крайне нежелательно смешивать деловые и личные отношения. Это может обернуться большими неприятностями для всех людей. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Скорпионы. Так, уважаемые Скорпионы, сегодня лучше не откладывать дела. Первая половина дня очень благоприятна. В это время можно добиться успеха во многих делах и решить сложные задачи, а также урегулировать давние конфликты. Очень кстати окажется поддержка влиятельных людей. На вашу сторону встанут те, кому вы прежде оказали важные услуги. Вторая половина дня больше подходит для отдыха, чем для каких-то решительных действий. Используйте ее для того, чтобы восстановить свои силы. Также сегодня нежелательны серьезные физические нагрузки. Сейчас они могут плохо сказаться на вашем самочувствии. Не стоит также отправляться и в далекие поездки в одиночестве. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые Стрельцы, сегодня возможны проблемы в делах. Вам трудно сосредоточиться, поэтому вероятность ошибок будет выше, чем обычно. Необдуманные поступки могут навредить делу, которому вы в последнее время отдавали много сил. Также сегодня может потребоваться и поддержка. Обращаться за ней лучше к людям, которые хорошо знают вас и понимают, на что вы способны. Не исключено, что старые деловые партнеры захотят возобновить сотрудничество. С точки зрения личных отношений день благоприятен. Он хорошо подходит для общения со старыми и новыми знакомыми. Нетрудно будет помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Можно сегодня порадовать любимого человека каким-то приятным сюрпризом. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые козероги, будьте, пожалуйста, сегодня осторожны. Сегодня вы склонны выдавать желаемое за действительное, и это может привести к ошибкам и просчетам. Поэтому старайтесь не иметь дела с сомнительными личностями, не доверяйте тем, кого плохо знаете. Не торопитесь делиться своими идеями, так как есть опасность, что кто-то воплотит их в жизнь раньше, чем вы. Прежде чем принимать любое предложение о сотрудничестве, как следует изучите все условия.
Также нежелательно сегодня связывать себя какими-то обязательствами. Выполнить их будет труднее, чем вам сейчас это кажется. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Водолей. Итак, у наши уважаемые Водолеи, вы сегодня можете заручиться помощью влиятельных людей и договориться о сотрудничестве с теми, кому вы недавно оказали важные услуги. Деловые вопросы лучше обсуждать в неформальной обстановке, так будет гораздо проще найти общий язык. Не исключены и приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания. Сегодня будет возможность порадовать близких людей и решить какие-то семейные проблемы, в последнее время которые беспокоили всех. Вероятно, именно вы найдете ответы на вопросы, которые многим не давали покоя, а ваши идеи позволят значительно изменить ситуацию к лучшему. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые Рыбы, вас ждет яркий и насыщенный день. Он обещает вам приятные неожиданности и удачные совпадения. Не исключены интересные деловые предложения. Их можно принимать без долгих раздумий, и вы останетесь довольны результатом. Не исключено, что вы сможете найти применение своим умениям и талантам, о которых прежде никто не догадывался. Окружающие будут удивлены. Вероятные и приятные знакомства. Вы легко находите общий язык с людьми и многим нравитесь. Возможно, начало романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Друзья, вот такой у нас с вами гороскоп на 30 сентября для каждого знака зодиака. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы услышимся, друзья, уже в следующем видео.